Привет, мои ночные зрители. Знаете, какой сегодня день? О, Гамлет, привет. Аня, привет, привет. Кто знает, какой сегодня день? Где это ты? Я дома. У меня дома, как в хорошем баре. Ну почему? Все отлично. Отлично, да, Гамлет. Все правильно ты говоришь. Сегодня день, но почему? И поэтому песня. Вы поняли, да? Сегодня 3 сентября. И поэтому мы поем вместе с вами, друзья. О, Натаха, привет. Завтра на конференцию идем. Надо, короче, чтобы вы пели вместе со мной. Шафутинский пришел. Да, здрасте. Шафутинский с вами сегодня. Вот, я гляжу, хор собрался у нас в составе нескольких десятков человек. Поэтому мы готовы. Какой день недели, неважно. Главное, что сегодня 3 сентября. Исполняется впервые. Друзья, вы должны мне помогать, иначе у нас с вами ничего не получится. Готовы? Поехали. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Был апрель, и в любви клялись мы, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. И тут все вместе, поняли, да? 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. День, когда я совсем один. И тут все вместе, что? Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Было все у нас всерьез. 2 сентября. Еще раз. Ну почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. И там есть еще куплет. Вы, наверное, не знали, но он есть. Второй куплет. Поехали. Журавлей, белый клин, дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. День, когда я совсем один, и я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Вот такая история, друзья. Отметили вместе с вами 3 сентября.
Всем доброй ночи. Топишь, конечно. Мне кажется, что бы я ни играла, у меня получается петлюра. Вот такая вот история. В общем, следите за эфирами. Будем петь иногда. Доброй ночи с Украины. Привет-привет. Ну что, пора спать? Всех с 3 сентября.